За апошние 5 гадоў у городском поселку Уваровича побудовали 4 шматповерховки, у якія переселение людей из аварийных домов. Некоторые из их свою историю отличивали еще с 30-х годов минулого стагодия. Гэты дом сдали в эксплуатацию на проконце вересня. Еще некий час спотребился для принятия решения Уваровского сельского выконавчего комитета об размерковании кватер. Ключи от новых квартир люди отримали еще несколько дней тому и поспели уже привезти некоторые речи. Правда, по своих местах их еще не поставили, але это уже не самое главное. Главное, что вот оно, новое жилье. Семья Вербицких сярод счастливых уладальников ключов от новой квартиры. У былым будовники яны практически все житё прожили у далеко не самых комфортных умовах. Кажут, нияк не верится, что все так кардинально изменилось. Это вообще рай. Это квартира, это просто, я не знаю, это я, наверное, ну, родилась, буду жить. 50 лет прожили, знаете, вышла со строя полностью. Но уже там невозможно было быть. Вода подтекала, стены стали сырые, полы шатаются, подмостники разбурили все. Там критическое положение. У каждой семьи свои житевые приоритеты, але уластное комфортное жилье, напевно, во всех на пеших местах. С другого боку, жилье – это будущее региона. При его наявности люди будут заставаться на этих территориях, створать семьи и працевать. Не упущенную чергу по этой причине открытие нового жилого дома у городском поселку Уваровича проходит во врачистой обстановке с концертными номерами и перерезанием червоной стужки. Шмат кто по традиции первым у квартиры пуская кота, кажут, на счастье. Большинство людей, которые проживали в аварийном и ветхом жилье, сегодня уже получили и имеют возможность жить в комфортном современном жилье. Олег Сентюров, Валерий Хапанько, телерадиокомпания «Гомель», Будакашалевский район.